Совсем недавно на востоке Брестской области выросло межколхозное предприятие «Восточное», ныне один из крупнейших в Беларуси поставщиков свинины. 108 тысяч голов скота обслуживают лишь несколько специалистов, в совершенстве знающих свое дело. А неподалеку от Восточного раскинулись земли крупнейшей в стране птицефабрики «Дружба», где все процессы механизированы и автоматизированы. Это позволяет в каждом из 114 птичников содержать около 22 тысяч голов птицы и ежегодно продавать государству более 13 тысяч тонн мяса и 2 миллионов штук яиц. Выполняя постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о мерах по дальнейшему улучшению жилищных, коммунально-бытовых и социально-культурных условий жизни сельского населения, руководители Восточного и Дружбы объединили свои усилия. Так появился поселок городского типа «Дружба». И вот праздник открытия первой улицы. С удовольствием переезжали сюда новоселы, труженики села из Восточного и Дружбы. Ведь проектировщики не только использовали типовые проекты, но и учитывали индивидуальные пожелания семей в планировке квартир и потребности каждой в подсобном хозяйстве. Социальное переустройство села, дальнейшее стирание граней между городом и деревней – эти важные вопросы продовольственной программы стали явью поселка «Дружба».